Продолжаем. А кони... А, нет, это мы уже прошли. А, ну вот. Вот это я не прошел. Я тут остановился. Просто так остановился, потому что я дальше не хотел идти. Отравленное свидание. Ламена... Ламела, а Памела Лилиан Айсли, известна как ядовитый плющ. Жертва растений использует растительные токсины. В общем, она любит цветы. Как мой садик свежей зелье распустилась в нем стерень, и чувак и душистый и отлипк утрех в тень. Это там стихотворение называлось. Я, кстати, недавно начал читать учебники, но знаете, вот типа у меня же все так плохо по знаниям, что я только в игры играю, ничего такого не знаю. Поэтому такой, ну ладно, почитаю учебники. Это интересно, знаете. Как бы мне не все так плохо, как бы. Я что-то знаю, что-то нет. Ну, а неужели наконец-то музыку сменили? Это одна и та же тема. Вот это, видимо, кстати, придется как-то... Надо найти костюм Чик Бэтмена. Так, это точно взрывается костюмом. Но костюм обычно недалеко лежит, поэтому... Сейчас мы его найдем, скорее всего. Как бы, если ничего не найти не можешь, попробуй все сломать. Трактор. Идеальная машина для убийств. А, ну вот и костюм нашли, вроде как. Деталька-то заработала. Ладно, мы не за этим сюда пришли. Еще один комбайн. Что-то у вас много. Thank you.
так и слишком много, я бы сказал бы. Ну, блин, это, конечно, все хорошо, но мы не нашли-то основное это. Может, кстати, это надо сломать? О! Вот это я не знал. Ха! А может, это стекло на самом деле? Да, это стекло. О. Я был неправ чуть-чуть. Звуковой костюм позволяет разбивать стекло. Это этот киперзвук или как там его? Еще один человек. Два из 25. Подожди-ка, если в каждой зоне у нас... У нас же 15 уровней всего. Когда я оставлю все 10? Не знаю. Почему этот нельзя сломать? О! Ядовитый пил еще. Видимо, это костюм. Или нет. Или просто дерево. А это, видимо, деталь к нему. Так, ну это все, конечно, хорошо, но мне не наш костюм. А, надо было просто это сломать. Ну хотя я просто не мог найти же воду к третьему. Я думал, она сломана. Тут оказалось, конечно, неплохо. Но я всегда ошибаюсь. Пока... Пока не настает пора правды. Мусор. А вот он и костюм для него. 25 этих нужно. Я помню, это я немного... Мне это не очень нравилось, вот эти собирать. Потому что это все прям... Вот это все... Латать. Тут еще число неизвестно, как определять, кстати. Не всегда известно, как определять, точнее.
20. Тройка была заменена до 24. На всякий случай соберем побольше. Все, 25 ровно. Бомбу поставили. Наверное, тяжко расти не пришлось. Даже мы дойдем до нее уже. Там еще один костюм, что ли? Ой, а почему я не могу построить? И что это за костюм тогда будет? Термокостюм позволяет проходить сквозь огонь. Тут огонь оказался. Я и не знал. Так, ну судя по всему, как там расположено все. Да вниз надо. Тихо. Ой. Может быть свободной игры. Вот эти блоки, скорее всего, разбивать этим можно. Конечно, костюму. Ну, вообще, то... О! Смотрите-ка, что мы нашли, вау. Вау, что мы нашли, эй. Это мы уже не разломаем. А, ну да, это мы уже не разломаем, потому что взрывать надо. А у нас подрывное устройство. Мы видим, красный блок мы не сбиваем. Теперь вы знаете, где он зато. Интересно, что это может быть? Мы хотим ножичек какой-нибудь. Обычно в великих играх множители легко не прячь. Так, а Робин-то... У Робин-то ничего нету. Почти. Пылесос его. Ничего, это мы не можем забрать? Семь. Thank you.
А, ну вот где детерки можем брать. Блин, ну тут бы еще их забери. Это вот тут враги повсюду. Когда ж мы дойдем уже? Какая длинная миссия. Так, а если мы там... Через яд мы не можем пройти, поэтому надо искать либо цветок какой-то. Или что-нибудь другое. Что тут делать? Вообще есть проход или нет? Блин, ну тут только деталь терять, честно говоря. Как бы нам прилезть тут? А. Ясно. Блин, ну кто бы ты такого догадаться мог, что надо было на цветы залезть? Я думал, что сломать надо будет, как обычно в играх. Как обычно все очень легко и просто. Используй все функции лего игры. Попрыгай и наслаждайся этим. О, все, наконец-то. Ядовитый душ. Надо угадать, типа, в каком она. Ага. Так типа ее забить. Это просто. Какая насильная. Мы ее уже со двух сторон окружили, она все еще не хочет сдаваться. А,
все, надо было ее просто забить. Ей недолго осталось без цветов. Все, ей конец. И Глина Викуму тоже, а ей Двуликуму и так далее. Риджио. Феромоны. Любви. Я типа, а что ты тут делаешь? Пошел опять банк грабить. Да-да-да, давай побыстрее. Да-да, мы знаем. Ой, зачем продолжить историю? Ладно. Надо было на самом деле убежище.